Радио 54. Сама основа — это ЗИЛ. Он принадлежал нашему учителю по физике. Ну, как просто для деталей. Он там какие-то части забирал, что, ну, чтобы свою машину какую-то отремонтировать. Ну, и был, он предложил, как бы, там очень трудная это была схема, чтобы как-то... Там да. Еще несколько хозяев были, там еще это вот как-то перекупать, это было очень сложно. Но в итоге это произошло. Юридическая сторона вопроса, так скажем, да? С нее в итоге выкупили, перекатили в колледж. Получается, состояние это было. Очень много. На себе было... катили, что ли? Прям так. Устало смотрите. Перекатили, говорит, в колледж. Нет, как. Тягачами. Ну, воспоминания, я смотрю, сейчас уже такие теплые. Тогда было тяжело, сейчас уже смеются над этим. Конечно, большая работа была, очень много деталей пришлось. Даже пусковую установку мы, она же сваривалась с самого начала. С нуля, делалась полностью с нуля. То есть была в основном только основа машины, а всю установку, то есть направляющие, все это вот поворотный механизм. Наклонный механизм. Домкраты все. Да, домкраты полностью делались с нуля. А это прям ЗИС автомобиль тех времен, да? ЗИЛ. ЗИЛ 157. Было несколько вариантов, я читала, из которых можно было сделать эту несколько моделей машин, из которых можно было сделать такую установку, но нашлась именно вот эта, ЗИЛ 157. По счастливой случайности у преподавателя. ЗИС тоже был, если я не ошибаюсь. Да. ЗИС 6. Да, ЗИС 6, да. И все-таки вы говорили, очень трудно было найти проект, чертежи, по которым нужно. И где вы все-таки нашли? Ну, некоторая информация находилась у нас в музее, так как это обнаружилось все же. Это были фотографии, это чертежи даже направляющие были. Это... И у нас еще были две брошюры, то есть я не помню, правда, каких годов. 45-й был, я помню, год, и 41-й. Да, то есть «Катюши» в производстве уже запустили за день до войны, то есть Сталин объявил об этом, то есть 21 июня. И какие старые брошюры сохранились у вас в музее? Там много вещей, поверьте. Здорово. Там даже мы находили, у нас есть спортплощадка, то есть за колледжем во дворе, и там мы при демонтаже, там был найден снаряды. Минометный снаряд. Они были не разорваны даже. Наверное, те самые снаряды, которые выпускали сами студенты. Возможно, да. Потому что там был прям минометный снаряд, который запускался с ручной установки, а не с «Катюши». Супер, слушайте, нашли чертежи, нашли машину, и работа закипела, наверное. Расскажите о производстве. Группа поделилась на несколько отделов. Как сказать, как это назвать? Как это по-русски? Узконаправленный отдел. Каждый отвечал за что-то. Расскажите. Ну, был пресс-центр, то есть сама группа. Были сварщики группы, которые варили непосредственно ферму, сами направляющие. И слесарное дело. Ну, вы где трудились? В каких группах? Мы в основном были в группе слесарщиков, то есть на слесарном деле. Вы прямо варили это все, красота. Нет, мы в основном... варили сварщики. Да, варили сварщики. А, я не разбираюсь, кто есть сварщик, кто есть слесарщик. Плюс сам автомобиль нужно было, да, восстановить. Да, там вмятины и некоторые детали вообще просто отсутствовали. То есть, допустим, тот же бензобак приходилось делать с нуля. Его сваривали заново. То есть не получилось бы взять с какой-то другой машины, вы прям... Но автомобиль на ходу или он просто... Нет, он уже все. Это экспонат. Экспонат. Как экспонат. Да, то есть части вырезались на плазменном станке, то есть берется лист металла, и плазмой вырезаешь форму. То есть потом это прогибается, подгинается, под гильотиной также рубились сами детали, чтобы какую-то форму им придать. И все-таки часть удалось восстановить того, что есть, как-то исправить, выгнуть то, что обогнулось. Ну, да, это были... Все-таки большинство деталей свои. Да, на данный момент машина уже в готовом практически состоянии. И она готова уже выйти. Да. Выйти в свет, постумен свой встать. Но ждем официального. Какие-то детали, мы читали с Сашей, даже на 3D-принтере были сделаны. Какие? Да, фары это... для бампера были сделаны маленькие на 3D-принтере, потому что они были довольно маленькие и не уцелели. Тоже с помощью чертежей вам пришлось это восстановить. Ну, это как на фотографии это было видно. Да, то есть какой-то сваркой или какой-то они получались не очень.
И то есть у нас... Грубовато. Да. В колледже у нас есть несколько 3D-принтеров, и можно напечатать. Но сами как оцениваете работу? Внешне, да? Вот если вот ну, внешне вот, работа да? проделана огромная, но она мы очень довольны. Похожа. Очень похожа. Да, мы довольны. Нам понравилось. Издалека не видно, какая деталь на 3D-принтере, какая настоящая? Вообще не Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.